Всем привет, с вами Zero Point. Продолжаем проходить Watch Dogs 1. У нас миссия какая-то там. В прошлой серии я диалоги не закончил эти. Пример для подражания. Диалоги я по-моему, пропустил диалоги в прошлой серии, так что... Спаси, я хотел найти маму. Вот, надо его, короче, найти, спасти. Вот, потому что он куда-то залез там. Вот, давай трубу взорвем на счастье, так сказать, на удачу. Держись, парень, я тебя найду. Ой, не. Так, я надеюсь, пока я доеду, аккумулятор успеет зарядиться. Потому что 100% что-то взламывать надо будет. О, пожарка, нихера себе, надо было угнать пожарку. Ну, пожарки приехать самое то вообще. Топово вообще. Проехал. Уйди, 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 Ягуар, уйди. Успеет 100%. Все, можно даже мостик развести. Ну да. Почему постоянно со мной такая хуйня происходит, а? Я просто хотел развести мост. Ой. Или людей развести. А вот не понимаю, репутация защитника у меня повышается или уменьшается, потому что она как бы идет вправо, и я думал, это повышение. Так, ладно, ладно, зарядится аккумчик, ничего страшного, ничего страшного, зарядится. Так, что тут делать? Часть 2, кстати. Часть 1 уже не помню, какая была. Давно не играл. Это Фордон Росина. Он думает, там его мать. Это точка мафии. А как он, блядь, этот фургон нашел? На аукционе охрану усилили. Он тоже взламывать что-то умеет, что ли? Как он, блядь, нашел это место? Устраните всех врагов. А их там, простите, сколько? А не простите, где? Ага, вижу одного. Так, ну хорошо, это мы делаем вот таким образом. О, это ты! Я тебя не сдам. Но лучше беги. Так-с. Еще где? Ага. Блять. Да не тряси ты винтовкой. Мужик, вылазь. Вылазь, вылазь, вылазь. Вылазь. Сука, как же попасть-то по нему, а? Ага. Thank you.
Так, все, вспомнил на контру. Блядь, меня спалили, что ли? Сука. Как всегда, нахуй, я в своем репертуаре. Суки. Ну почему, блин? Где? Ага. Кто? Вот как мне его выкурить? Вылазь, блядь. Сука. Не хватило ему. Ага. Так, еще сколько? Трое, да, по карте? Я просто не понимаю. Ага. Ага. Ты че, сука, блять, а? Нихуя себе! Угу, покидаю область, да. Именно это я и делаю. Да твою мать, блядь. Как он попадает-то по мне, ублюдок? Сюда идешь. Чё, правда? Попался? Ой, попался. Что? Мою тачку не тараньте. Так, люк. Заебись. А с последним что делать? Они что, выжили, что ли? Да ты, блядь, что выжил-то? Сука. Так, хорошо, у меня для него тут сюрприз. Сюрприз, мазафака. Иди сюда. Ты что орёшь-то, блядь, тихо. Так. Ага. В смысле, не убил, что ли? Ага. Хорошо. Концентрации вообще нету. Здорово. Тут никого нет. Гляну дальше. Внимательней! Отвлекайся. Мужик, отвлекайтесь. Так, ну хорошо. Легко было. Легко. Достаточно. Что ты сделал? Я хотел взорвать. Серьезно, даже никакую систему защиты не надо ломать? О, привет. А ты что тут делаешь? А это не я. Это не я сделал. Пошли отсюда, Джекс. Идем, Джекс. Давай.
Ну, а какие были варианты, собственно говоря? Я что, должен был вежливо попросить их, что ли, чтобы они с Ебастьяна сделали отсюда? Вариантов не было. Джексон, что я наделал? Я убил всех. О чем я думал? Как я мог? Как? По-моему, пройти-то нельзя было толком. Надо было обязательно всех заебошить. Я бы многое хотел объяснить. Прости за все, Джекс. Знаю, тяжело. Послушай. Пока я занят плохими людьми, тебя нужно спрятать. А, по-моему, он к этой тетке не хочет опять. Да, мне силы. Скучно, наверное, у нее. Я как целитель. Ты серьезно заговорил, что ли? Хероси. Да, так и есть. Только мы не в игре. Послушайте, если не объявится его мать, я звоню в полицию. Какую, блядь, полицию? Что ты там... Ой, блядь. Еще этого не хватало, полиция какая-то. На меня, что ли, полицию она вызовет или на кого? Что полиция-то может сделать, я не понимаю. Что, блядь, может сделать полиция? Куда мне ехать? Ага. Пора. Блин, о, здорово! Давно не виделись, жиртрес. Биг Тесси-то. Биг Тесси. Биг Мак. Бэтбаг. Прослушка. В итоге поверил, да? Ну да, ну да. Гордится, все такое. Но больше мне его злить нельзя. Врубаешься, чувак? Рядом с Росиф ремонт есть банк. Скину кое-что в мусорку рядом. Микрофон. Забей. Слышь, ты спугнул его на аукционе. Теперь на верхний этаж хер кто пройдет. И я тоже. А мы тихо. Да ладно тебе. А, блин. По-моему, мы сейчас жирного подставим что-то сильно. Мне кажется, ему не очень будут рады. Мне кажется, его завалят почему-то. Что, блядь, опять? Контракт на устранение. Да не хочу я. В эфире дневник успеха. Наш гость, плакитный, суровое прошлое Чикаго, сказала Куину, откуда течет денежная река. Тогда славные барабины. Знавал ребят оттуда. Я сказал, конечно. Ошибки мало. На-на. Почему столб развалился на дохера частей? Я даже посчитать не могу. 8, по-моему. Тоже часть 2. А когда первая часть была, я что-то не понимаю. Мне больше не на кого рассчитывать, если он облажается. Моему делу конец. Удачи ему. Да, не надо, чтобы Биг Мак обосрался. Будет плохо. Где он, кстати? Позицию занять? Какую? Где? Ой, это опять тот стрёмный райончик, серьезно? Где дома развалины? Сядь в машину, а? Сядь в машину. Ты что, дурак? Сядь в машину.
Типа он с этой стороны не может сесть, что за бред? Или столб мешает? Хер просыш, блядь. Че он не может сесть? Опа! Подкинуло слегка. Да, это то самое место, смотри. И там закрытая зона. Нормально. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я думал, тут сюда надо. Ну, сломаем. Там же нет никого, правильно? Этого нам не надо. На всякий случай. Ну, а, конечно, нет никого, да? А если я обойду? А я не обойду. Ладно. Да здравствует старый добрый стелс. Главное, чтобы не увидели. Там бочка же есть. Почему нельзя взорвать? А я могу стрельнуть? Взрывайся, родная. Опа. Вот и все. Так, вот это надо с концентрацией валить. Его так не впизжу ему, блядь. Опа. Можешь меня пиздить по... А, нет. Так, где? Вот кто там стоит? Чего так пугаете? Вам нельзя сюда, это закрытая зона. А где он? А, здорово, а чё тебя не было-то? И где? Вот это? Так, отлично. Да? Ты готов? Да. Где ты? Я рядом. Иди. Выкини что-нибудь, я сразу же нажму кнопку. А, он прям рядом, смотри. Прям близко. А, ихний бункер здесь находится, под этими руинами и в этих зданиях, походу. Тебе верят. Сам знаешь. Что там у Ирана? А, походу, я должен как с этим кроликом это, управлять этим жиробесным этой. Так, хорошо, давай быстрее уже, побежали. Шнелли. Слушай, 19 у него возраст. Я за тобой присмотрю. Ладно. Так, пошел, блядь. Ладно. Пиздуй. Такое? Сюда. Пиздуй, блядь. Вот сюда. Быстрее, блядь. Блин. Спокойно. Сколько тебе? 19, чел. 19 лет. Совсем пацан. Бабуля говорит, я акселерат. И не скажешь, что ему 19, я думал, ему 50, блядь. Так, нет. Ты не хочешь сюда идти. Все. Вот сюда. Ладно, так. Ну да. Давай. Твою мать. Блин. Так, где камера какая-нибудь? Камера есть какая-нибудь? Ага. Так, давай сюда. Да? Ну чё за хрень? Нет. Давай. Сука, блядь. Я думал, он не в эту сторону повернется.
Спокойно. Сколько тебе? 19 чел. Черт. Совсем пацан. Бабуля говорит... Пиздуй, пиздуй. Мужик, пиздуй отсюда. Ну и чё, долго он стоять будет? Чё ты залипаешь? Иди отсюда. Понял. Окей. Ага. Пошёл нахуй. Какого чёрта? Я не знаю. Какого чёрта я с тобой должен управлять, жирный? Так, что с тобой можно сделать? Взломать, привлечь, так. Все, кажется, я понял. Сюда его пошлем. Когда этот уходит. Давай быстрее. Ну, давай. Быстрее. Твою мать. Блин. Зачем связался с этими уродами? Так. Это же семья. Ну, я так думал. Только не пали его, пожалуйста. Нет, у тебя. Кто ж знает? Блин, не смеши меня. Да. Так, ну, можно давай. Куда-нибудь туда вон? Ладно, так. Чтоб никто не увидел. Давай, давай. Какого чёрта? Да кто? Давай. Ну да. Сука. Это что? Блядь. Давай. Лады. Давай, жирный. Сука, жирный, блядь, не успел. Так, ладно. Зачем связался с этими уродами? Это же семья. Ну, я так думал. Блядь, быстрее. Семья есть? Да. Быстрее, блядь. У тебя. Кто ж знает? Вот сюда давай. Не смеши меня. Да. Не стоит, пожалуй. Так. А, привлечь можно. Вот я дебил, да? Ай. А? Вот ведь чушь какая. Быстрее. Да, да. Сюда давай. Сюда, 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 сюда. Туда, блядь. Туда, 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 туда. Блядь, что дальше? Иди прямо. Времени жаль на эту хероту. Где, блядь, камера какая-нибудь? Сейчас его спалит. Быстрее камеру! Блядь! Пиздец! Пока эту камеру ебучую найдешь, сука! Как я ненавижу. Я люблю сам двигаться. У тебя. Кто ж знает? Да. Не стоит, пожалуй. Ну, сука, заебёте меня. Камера. Камера. Сюда идёшь. Двигайся, пошёл быстрее. Сюда, 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 сюда. Быстрее, жирный. Здесь хоть никого нет. Все, это тупик. Конец. Давай, иди сюда. Ну что за хрень? Замок не для красоты висит. Подойди поближе. Войти может только Ирак. Да заходи. По камере нужно посмотреть. Иди. И чё это? Тут нет камер никаких. Компьютер там. А ты зачем всё затеял? Ты ж тут чужой. Долгая история. Время у нас есть. Ирак испортил жизнь мне и моей семье. Нужны ответы. Подожди. Камера не просто так. Чего?
О, так, ну эту херню я не юзаю. Первоначально вот это вот. Вот это обязательно. Так, что мне надо будет открыть? Получается вот так, чтобы разблокировать вот эту фигню. Когда я разблокирую, что я сделаю? Иди хер его знает, ладно, давай. Подожди ты, такого я не ожидал. Я же говорил, что только Ирак. Тихо. Где ты нахер с этим Ираком? Они очень симметричны, это очень хорошо помогает. Подожди, нихера не помогает. А как вот сюда провести? Через это? Так же самое вот это вот. Ты думаешь, я помню, как я это сделал? Игра. Допустим. Последнее. Всё. Ну, это было не очень сложно. Компьютер там. Холод собачий. Да, для охлаждения. Очень. Я думал, серверных наоборот жарко. Там что, не жидким азотом, что ли? Подойди. Стой там. Чё происходит-то? Стой, ну что за хуйня-то, блядь? Ирак, что ли, спалился, сука? Какого хуя? Он чё, следил за мной, что ли? Он взорвал дверь. А как это выглядит? По мне, как охрененное предательство. Как ты вообще сюда попал? Послушай, я бы не стал, ты же знаешь. Гуину продался! Нет! Стой, чувак! Не ври мне! Не смей врать мне в лицо! Взял тебя вдоль, и что? Ну, брат, мы же семья, я тут ни при чем! Он заставил! Чё за... Какого хера? Он всё видит! Не убивай меня, брат! Прошу! Живо вниз! Найти, суку! Так он его убил или не убил, я что-то не понял. Найти, суку, не его, которого он сбросил, явно. А, блин. Бедбаг. Он же все делал как надо. Ирак. Ой! Он убил собственного брата. И это из-за меня. Не-не-не-не-не, ребят. Я отказываюсь в это верить. Но, надеюсь, хватит. Сюда идем. Сюда идите. Сюда-сюда. Сюда-сюда. Они, блядь, не знают, что я тут? Может, от них просто уехать? Этот гад просто должен быть здесь. Да заезжайте, ну я вас просто перевалю тупо и все. Я не хочу бочку взрывать. Ой, короче. Пошли нахер. На этом фургоне ехать. Не, охеренная история вообще. О, я знаю. Сейчас они проедут, и я взорву. Пали меня, пали. Ну спалите меня кто-нибудь. Заезжай сюда, сука. Сюда заезжай, блядь. Спались. Сюда езжай. Лохи, блядь. Да, видел. Нахуй пошли. Гражданский ранен. Нахуй пошли.
Уебется кто-нибудь? Сука, никто не уебался. А, так они спавнятся. Че? Блин, труба недоступна. Жалко. Так, значит, нам надо в город, чтобы разводить мосты. Потому что я на этом фургоне никуда, ушеньки, не уеду. Либо просто можно их заебошить. Что так громко-то? Не мог он исчезнуть! Он ушел! Да-да-да, я ушел, ушел. Все, в городе не может быть. Это какие-то промзоны, их не может тут быть просто-напросто никак. Блять. Ну вот и мы. Погнали. До свидос. Ой. Упс. Трамплин для меня, видели, открылся. Где вообще это ни разу не был? Компромат на всех. Имена папок, например. Топ-шеф, секс-видео, взятка начальству Блюм, сети ОС брешет. Ирак загробастал себе супероружие. Что-то копы не лезут. Небось, поболтал с шефом полиции. Ты видишь, что в этих папках? Пока нет, пытаюсь. Есть папка с именем Мерло? Мерло. Да куда ехать-то, мать твою? Как отсюда выехать-то? А, вот мост, все, вижу. Да, есть. Отлично. Я скоро буду. Так, ладно, на этом мы с вами, наверное, закончим. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока, друзья.